На скилл, блядь, нажимается, вот ты его, блин. А кого еще лагает? Плюс или чат? Это у тебя интернет лагает. Бля, походу, лагает просто. Да. Еще за дискорд лагал. Есть теория. Спроси у всех бульбастанцев. Почему я один лагаю? Не, у меня не лагает. Эйлер лагает. Так, как раз мы не смотрим, сам полечу. Бульбаши, вы лагаете, нет? Не, бульбаши не лагают. Никогда. Короче, да, никогда. Батька не разрешает лагать. Сейчас я и коронавируса у нас нет. Это мы знаем. У нас тоже. А еще террористы вдруг пишут в польско литовской швейцарского IP. На электронную почту. Телеграмме. А Лукашенко в одиночку перехватил в них каждую строчку. Сколько сейчас времени прошло? Сколько мы потратили, да, вот по времени? Мы за тех вот, блядь, выпал пошеров, блядь, нам потратили на больше полчаса, да? Целых полчаса потратили. Короче, надо на следующей неделе попробовать закрыть магика и ВК их, ну, ХМ, все это за один день. Можно, да, блядь, да почему я умираю, нахуй? Ну, если мы тупить не будем, мы будем пересобирать составы, а будем брать оптимальных людей на первого рейда. Да, чисто вот этим вот составом, одним составом идем, не пересобираем никого, ничего не самое. Не, просто чтобы на замену не садишь, чтобы второй собрался еще. Тогда нам давай. Ну, мы все это время пересобирали постоянно заново. Гол в понедельник. Гость сейчас. Да, только мы соберемся три рейда закрыть, а потом, блядь, World VP-шники придут и скажут, не, ребята, сегодня нихуя не закроете. Нет, так а они же по воскресеньям, делать... а мы в четверг. Да. У них это типа воскресенье, суббота и среда. Ну все равно у нас, слушай, блядь, а что-то мы должны перестраиваться под них? Мы не должны, но мы перестроимся, потому что если они придут и начнется такая хуйня, то мы нубов будем убивать очень долго. Паны будут. Уже вижу, выписали, уже начали возмущаться. Один фа про баги, про баны я что-то не вижу. Нам писали в чат, типа, вы что творите, типа, за что баны там. Да рот ебал, нахуй. Ты сколько раз уже умер? Да пошли, сука. Я тоже уже раз 10, блядь. Говный бан. На 10 лямов моба точно висели. Не, ну да у лямов, у него хп-то мало. Сто 53 ляма мало? Нет, да. 4 ануба. Да сейчас трахнем его, блядь. По факту. Так тут же дамаг повышен. А что по тактике? Давай, Бьерн, рассказывай. Так, короче. Косматолог, давай в танка. Пекайся. И оптик с танка, флеш хила. Так, дайте. Что тут, на максимальную стамину надевать, да? Ну да, тут стамина надо будет. Так, значит, мы делаем. Значит, смотрите. Так, печенька. По-моему, после третьих рук, да, появляется метеор, да? По правой стороне, если не ошибаюсь. Да, по-моему, после третьего. Тайный крест и задница. Короче. В АДК танки стоят перед лицом у босса. Тут ловится АУЕшка, то есть не АУЕшка, а удар, она распределяется между танками. То есть, если один танк будет стоять, он его шортнет. Поэтому ставится два человека перед лицом босса. Как-то там его возить надо, я не помню, эти вот механики, так как печка за это самое там загорится, там надо будет босса немножко подкасить, что-то вроде этого, не помню точно. Потом босс ставится, получается, ну сейчас потестим. Вот где череп, смотрите. Ну, черепок, за боссом. Можете, кстати, тут начинать агриться. Он вроде не агрится. Сейчас я потащу. Ну-ка, выйдите за ворота. Бегай прям под стенкой. Вот, я под стенкой бегаю. Просто я помню тоже на X2, X3 танки бежали оттуда и лагрили. Вот. Дом, короче, смотри. Можешь спокойно
не бежать тебе, сразу обходить ее. Ой, выйди из комнаты. Все нормально, не это самое, не переживайте. Знаешь, механики босса, там какой-то определенный момент, когда печка активируется, там какой-то дебаф ложится на босса, у него увеличен входящий урон там на много процентов. Там. В этот момент сдавайте свои прожимки. Ну, Геру, соответственно, мы спуск даем. По поводу механики самого босса. Значит, что делается здесь? Здесь кидается метеор. Он кидается по правой стороне. Вся правая комната будет в огне. И кидаются ладошки. Ладошки. Что вам нужно сделать с этими ладошками? Забегая челик, просто в эти ладошки становится и все. И все. Перекрывается, получается урон. Эти ладошки, после того, как вам нанесли урон, у вас навешивается дебаф. Нанесенный дополнительный удар, если вы еще раз подойдете ладошки закрывать, у вас может шотнуть. Это касается миликов и кастеров. Танки похер. Танки в хп вбиты, и они перекрывают по КД эти ладошки. Дальше. По зонам. Давай, короче, так. Печенька — это моя зона. Квадратик — это зона будет оптикса. Ты жопу прикрываешь ладошки. С левой стороны в крестике стоматолог. Кастер помогает, если что, танк попросит. Если, допустим, в квадратике появится 2 или 3 метки. Там 3 штуки кидаются, по-моему, 3 метки. 3 метки тебе нужно встать. Допустим, появятся 3 метки, там 2 метки на квадратике, к примеру. Кастер какой-нибудь там мобильный, более там лок, либо какой-нибудь маг. Блеканетесь, там портал поставите, перекройте ладошку, поможете танку. Эти 2 штучки. Поэтому локи, портал либо в стороны крестик, либо в стороны квадратика ставим. Сразу пип-пулом, если что. Это, ну, когда уже начнется бой. Дальше. Ну, все, это вся механика. Бегать с ладошки перекрывать. Если ладошку какую-то не перекроет, упадет пару человек рандомных. Имейте в виду. Вот. Все, это вся механика. Он намного легче, чем корабли. Вообще на пол. С саппортом или с ЛК-флэском? Можете вбить АПСПД. Тут саппорт не нужен. Все готовы, танки, а хрипаты. Кому в дивочку дать, кстати? А кто закрывает ладошки? Типа, все я, оптикс и стоматолог. На я пол, с правой стороны. А пол делается на дота. А крыла под печки надо подводить, чтобы стаки с него скидывать? А вот ты будешь возле печки это ставить. Вот. Да, это, нужно было, чтобы там череп, да. Ты, когда вот печка активируется, ты его немножко пошатать, чтобы он пошевелился. И с него скинется дебаф. Вот. И в этот момент у него еще входящий урон, по-моему, увеличивается. На 100%. Так, приходите на другую сторону танки, давайте. Бегите. Так, вот, обходите. Я где закрываю? Ты в районе квадратика. Так я вот тут остаюсь, да? Да, оставайся здесь, контролируй жопу. Ну, тусуйся между центром, между квадратиком. Как? На любой стороне. Красная метка увидишь. На земле просто забежать? Или... Да, просто на нее забегаешь и все. Yes. Тут, кстати, так. Еще натур-резист нужен. Зачем? Руки это натур-резист бьют. Там физика больше, наверное. Да, ну для танков много. Там танков у нас сейчас хп достаточно. Там если кастер перекроет, а второй раз перекроет, даже натур-резист не поможет. Мэри Джейн готова? Все, все готовы, по ДБМ полупляем. Хаспоты и крипоты готовы бить. 5, 4, 3, 2, 1. Сука, почему у меня полуриды нахуй без ласок, блядь? Вы чё охуели, блядь? Или что нахуй? Оптикс, блядь. Ладно, хуй с ним оптикс ловит. Еда, блядь. В чём проблема? Флэш нахуй. Готовимся. Геру дали. Фулл ДПС. Сейчас, блядь, чекну масло ваше, как вы там намазались. Донт, жопой к этому ставь его. Вред не поворачивай, что ты делаешь, Донт? Ладошки перекрыли. Быстрее. Донт, не ставь его бока, поставь его к стенке лицом. Все. Ну, отлетает, потом ставь сразу. Так, сейчас развесим людей. ЧП по Войду, Войд по пизикошке. Идеально будет бичу. Готовьтесь, ладошки на ваш себе. Ага. А хрипаты где был? Ладно, падайте, стоп. Стоп, это самое. Там
Хрипа, ты должен в дом тебе стоять всегда. И быть с твоим патриту стараться, если что. Там написал невосприимчивость. Я дам матрес тебе. Он не там учится, если что, это в раз. Во-вторых, ты должен стоять возле Донта всегда. Он будет периодически откидывать, и сразу беги, куда его сторону, куда откинул. Понял, да? Вопросик, а нам точно нужно пить? Чего нам нужно? Маски на АП точно надо пить, потому что как-то я смотрю, рейду больно. Его либо не поднимали, либо... Рейду, потому что его повернули в рейд. Что стоял, ебану, точно. Так он типа, смотрю, он кольцо какое-то кастует. Там оно не больно прибивает, там оно... Ладно. Это все прохиливается. Пейте АП СПД. Если я его стою лицом в эту, значит я стою в печке. Печка меня дамажит, то мне на 100% урон увеличен. Так, поехали, ГПшки за масло. Стоматолог раз. Да какой стоматолог? Я же закрываю. Какое масло? Ну ты чё? А, ну да, сорян. Если я его поставлю лицом, ну спиной вот в круг, это значит, что я буду стоять в печке. Печка по мне бьет. А нет, не буду. Печка по мне бьет. Я сейчас самый угол зажался. Ну ты же стачивал уже в этом самом. Он печка не бьет, она. Ну, она... поставь его тогда сам, я потом с тестом учу. Он не там учится. Ну, я его пешка не заберу. Короче, смотри, давай, блядь, стоматолог, короче, смотри, давай ты сейчас печеньку, в районе печеньки будешь закрывать. Так, кто там? Получается, хрипаты в районе квестика. Смотри, стоматолог, когда ты в районе печеньки закрываешь, тебя застанет. Но ты можешь юзнуть вмешательство. Смотри, когда будет такой метеор идти, да, ты увидишь, сверху такой шарик будет лететь. Значит, на твоей зоне будет лужа. Сразу, если ты будешь встанет, сразу нажимай вмешательство, понял, да? Это после третьих ладошек, если не ошибаюсь. Хорошо. Сейчас я попробую его поставить, босса. Так, идущий обзилку, да, я уж насуду. Так, Дон, ты пошли со мной, будешь. А рыба будет, рыба будет, рыба будет. Да, рыбку сейчас поставлю. Ну, поставь рыбу. Так, тогда я фласки на хп выпью сейчас, да. У меня была фласочка одна. Блять. А, за саппорт еще перепинаю, там тоже файр бьет. А, мне записывайся на файр чере. Я не помню, что. Маги, по-моему, там больше физики надо абсорбовать иметь, чем какой-то магии. Так, на полно берну делаем, пока дается, что на ханта. ДБМчик, пожалуйста, я скажу. ЧП готов. Все, добавим пул. На пул бёрна, правильно? Да, на пул бёрна. 5, 4, 3, 2, 1. А где кружочек, этот огонек, у него не стоит стоять, да? Не, там, ну, может стоять спокойно там. Будете внимательно за ладошками. Только носите, потому что ни хрена не видно. Ошеломляющий удар должен сейчас разбежаться между с нами дом. Вот видишь, нас откинуло. Адский удар сейчас. Вот видите, ауешка не бьет по рейду так особо. Он не пробивает. Сейчас еще один адский удар. Даю на тур. Бля, ну хуй. Мы не закрыли. Бля, ЧП, ну ты либо закрывай, либо не закрывай. В смысле закрывай? Это никого там не было, какая разница? В смысле закрывай или не закрывай? Там печка с другой стороны, где стоматолог стоит. Там это не надо босса в печку вести. Его просто вот так вот, там все на одном месте. Ну он теперь, смотри, сейчас сюда веди его. Где я сейчас? Поворачивай его. Ага, к стеночке. К стенке, короче, можно летать спокойно. Только милики в жопе стоят, стоит туда. Че? А чё люди умирают, не понял, адский удар? Потому что милики хуй дрочат, да. Сука, нихуя не видят, блять, руки под собой, блять. Хуй кто закроет, нахуй. Бля, Мелизона, закрывайте, пожалуйста, руки тоже, ваша основная задача. Вон там шарик летит. Всё, видишь, дом тут стоим, короче, и это сами. Закрой, блядь. Адское пламя не особо сильно бьёт, а рыбу смотрю. Нормально, прикидывается всё. Удар. Сейчас печка должна загореться у нас. Ножка босса пошатни.
Слушай, Саки скинулся. ТБРим или как делаем? Пока бьем, пока смотрим. Блядь, дом прожмись. Все, норм. Ну, как-то так вот, короче. Ну, не выглядит как надо сложно. Не 4. Сейчас печка у нас загорится. Мы либо его катим, но его никто не катил никогда. Дон, у тебя Т4 есть, у тебя готов, если что? Да. Пока не надо, давай, я на следующем там. Руки Мелизона с левой стороны закрыть. Все, на следующем дадим тогда, если что, я Масаку сложил там. Ну, короче, такая вот механика. Все, падаем. Появляется печка, ты его немножко подкатишь, чтобы на нее навешался дебаф, который скинет с него стаки. И все. В крест надо кастеров поставить штук 5. Пускай они закрывают в кресте. А что там с левой стороны там было? Что, в кресте никого нет, что, блядь, с центра они бегают. Там хрипатый должен был, и стоматолог, смотри, когда... Там не нужен танк, там нужен кастер. Нужен кастер. Ну смотри, там где в районе печенька, там будет появляться, то есть там метеор, уже. То есть там танк уже нахуй не нужен, по сути, он идет на левую сторону помогать. Я могу тринку продеть, прожиматься под тринкой, если что. Нет, не понял. Там, смотри, получается, когда ты перекрываешь, у тебя вешается дебаф, тебе второй раз шотнет просто. Перекрывают, могут перекрыть два раза маги и два раза паладины. Нет, маги три раза могут перекрыть. Маги, я смотрите, как с этим. У меня компас есть, я могу компас прожать, 17-400 полотит. Да, это ну, руки, они увеличивают урон, получаем на 300% добав. Это самое, лучше не делай. Смотрите, Дон, ты понял, как танчить, да? Бьет-то побольно, конечно. Бьет больно, смотри, когда вот много стаков нарастает у босса, тогда он нажимает какой-нибудь личный сейв. Там кровь, там что-то там есть. Ну, Т4, давай уже на крайняк, если там босс уже один стак. Вот, печка загорелась с твоей стороны. Босс немножко пошатнул, чтобы он сдвинулся на место, чтобы печек активировал его. Вот, и все. Или там можно вообще его не шатать, просто на одном месте стоять и все. Хрипат, ты видел, где ты стоял, да, Донт? Вот. По поводу фарки, там, сейчас я посмотрю, тут удар такой больно бил по рейду, смотрю, от чего это урон был. Ну, этот адский удар, он дотку навешивает огненно, в основном. Сейчас, секу. Дайте репорт. Так, как называется спел адский удар? Ну, ага, все, да, вот. Так, Глур заряжает огненной энергией на себя всем противникам, Огонь. Целям. Горит еще 6 секунд. Вас... Перезаряжает он, короче, примерно где-то он каждые 30 секунд. То есть у нас мастера ауру есть у паладина флешинга, у еды и у ретрика. Будете первый давать. Давайте, значит так. Первый дает мастера ауру еда, потом меняетесь. Флешинг второй. Оптикс три. Ой, не оптикс, этот его. Шоба третий дает. Так, товарищи кастеры, ваша основная задача это метка крест, если там танк не справляется, будьте внимательны за этим самым. Магов одного ШП и двух волков, пускай они меняются в кресте, блядь, если что, ШПшки по тучкой прожмутся. Остальные а третьего танки... куда положу? Ну, блядь, он с круга уйдет в центр, то есть в центре, короче, хуярит бывает по 2-3 нахуй. И в центре и за спиной в квадрате. Короче, штука, у нас два мага, два лока, три лока, там, или... локи... Милики вправо под рулем и возле печки справа. Там, блядь, я не знаю, как метку туда поставить, у меня ассиста нет. Там часто появляется. Сейчас я поставлю сам. Вот в районе, короче, луны примерно вот будет появляться мини-зона ваша. В районе здесь еще будет. Тоже следите внимательно. Я сейчас босса танчил, я нихуя не видел. Поэтому делу были косяки. Так, товарищи маги, вы можете тряс закрыть вот это самое, руки. Значит, первый раз вы просто забегаете в эту хуйню. Второй раз вы... забегаете в эту хуйню и жмете глыбу. Вот, у вас скидывается дебаф, и вы урон не получаете. Третий раз опять забегаете в херню эту, и у вас уже все. Ждете, пока скинется дебаф уже, который, ну, на руки. Она висит минуту, кстати. Через минуту вы можете опять руки перекрывать. Вот, это маги так может. Локи, соответственно... А, и аналогично, паладины тоже так можете перекрывать спокойно. Так что хэпалы, welcome, тоже можете спокойно перекрывать силу. Вдвоем не стойте. Один человек забегает, и все. Два человека не надо стоять. Хочу на пол.
Сейчас попробуем еще раз. Локи и маги, вы можете слева стоять от босса. То есть не слева, а ну, влево ладошки прикрывается. Так, стоматолог, ты, короче, твоя зона крест, моя печенька. Оптикс также квадратики перекрывает. Все, хрипатый с донтом танчит босса. Оптикс еще не хватает. Все нормально, просто не нажимаю. Все, тогда ДБМ пол включаю. Готовьте фаски свои. Скажите две, скажите. Две секунды. Пул. Только стакните, сразу удвайте Геру. Геру дали. Воспоминания сейчас будут. Надо точки. Сейчас овьешка будет, готовимся. Желающий удар, руки спать, все сюда подрожжу гонта. На первых стаках не давайте прожимки свои. Адский удар, прохил подъеду. Дотка 6 секунд вешает. Ладошки перекрываем. Да, он оттуда. Все, отлично, перекрыли. Прохил поеду. Адская удар. Я дам машеве пока. Мастера массакру. Массакру на следующий дальше адский удар туда. Mm-hmm. Готовимся, ладошки сейчас появятся. Печка активировалась у вас там? Танки. Закрыть. Я перекрою центральную. Я центральную перекрою. Уйдите. Уйдите, центральную перекрою. Гудлик. А, все норм. Все там есть, там сова зашла. Так, босс так и скинул. Все, скинул, отлично. Все, это вся механика босса. Все. Ничего тут, ну, никаких фаз нет. Ладошки перекрываются и все. Считайте ладошки, пытаемся. И метеор будет где-то. Вот метеор полетел, нормально. Раз. Милики слева. Милики, спешка слева. Зорки закрыл там. Все хорошо. Прохил поеду, да. Да, можно саппорт лепить на этом больше, чтобы он не поеду внутри. Да, надо бы. Она так не бьет. Готовься сейчас мастера на огонь давать. Мастера на огонь дали. На 10 стаков, он готовься прожиматься сейчас, если не успеет. Смотри, видишь, этот поток пламени висит, да? Прожимайся. Бах. Вот, этот поток пламени, когда заканчивается, у босса скидываются стаки. Вот. Блять, нихуя себе дотка хуя, там 80% больше пламени. А чё он это самое? Как его стакает? Как его скинуть? Мелизона слева. Слева. А здесь еще третья не вижу. А, все вижу. Даю маршрут, я прохиливаюсь. Здесь стаков, это очень дохуя. И что, ты так больно? Минус 2. Правильно, что пододвинуть? Это уешка. Ну-ка, блядь, надо скинуть стак, это 10 стаков, я не знаю, чего оно. Он сейчас двигает, скинется, должно. Нет, эти 10 стаков на пламени гнев, оно не скидывается почему-то. Огонь заберите. Скинулся там босса во время пламя? Вот. Блять, как оно нахуй? Как оно скидывается? Пламя гнев. Может, под печку типа надо ставить? Ну, вообще, да, под печкой, по идее, по описанию читал. Нет, под печкой это мы скидываем, это который наносит урон, а гнев пламенный, он, наверное, от печки его уводить надо, кстати, сейчас посмотрим. Возможно. Я не помню, какой хуйни на X2, что было, на X3, чтобы дотка так дамажилась сильно. Так, перепиваем все саппорты сейчас, значит, полностью все. Так, сейчас я посчитаю тогда. Хуйню. Так, как там у него это получается называется дебаф? То есть, так, вспышка кузни, это нет, это нет, это нет. Так, поток пламени это не то. Даже в описании нет этого скилла, ребят. Адский удар, там читай. Адский удар это другое. На боссе настакивается дебаф. Открой, который... Там написано этот пламенный гнев. Пламенный гнев вот это называется. Сейчас я посмотрю. Вот, груз заряжается огненной энергией, нанося всем противникам бла-бла-бла столько-то урона от магии огня. А целим секторе перед собой еще на 3, там, ну это понятно.
76 получает до по 3800 огня каждую секунду. Грул получает заряд эффекта пламени гнев. Вот как этот пламени гнев. А вот он. Огненная энергия будет в цели грула увеличена 7 урона на 10% от огня. О, как его скинуть? Хуй знает. Вопрос. А сейчас попробуем его от печки отвести тогда просто. Смотри, Донт. Когда будет у босса 5 стаков огненного этого пламени, отведи босса, попробуй, знаешь, куда? Ставлю метр. Давай где-нибудь на ромбик. Сюда тыкнем туда. Будешь, короче, катить на ромбик и на печку, когда настакается, когда вот ошеломляющий удар, чтобы вас не шопал. Подведете на череп. Все, будете так вот немножко подкачиваться. Милики, смотрите, в лицо не лезьте, то, блядь, стрельбете. Так. Рыбку, пожалуйста. А шкаф поставьте, сузу сможешь. Ну, типа ХЗ, он получает эти вот урон, баф на урон огня каждый раз, когда юзает адский удар. Адский удар он юзает, типа, каждый раз, когда прилетает по танку ошеломляющий. Что ты еще о шоу говоришь? Вот этот баф от огня, он получает, когда юзает адский удар. Ну. А как его скинуть? Вот я тоже хз, потому что он его юзает каждый раз, когда скидывает по танкам этот ошеломляющий. Вот, сейчас будем отводить босса от печки, тогда попробуем. Или его в лужу может поставить, надо, не знаю, посмотрим сейчас. Я просто читаю... Вот загадка, блядь. Я просто читаю, что там Сирусы писали. Там написано, типа, базовый урон, так нет. Теперь, если способность поразит менее 10 противников, Гру немедленно начнет применение адского удара. Ну, так это значит, надо... Это ошеломляющий, да? Да, ошеломляющий, который... Ошеломляющий удар, он скидывается печкой. Значит, надо 10 миликов под морду ставить. Зачем? Ну, как он там, еще раз прочитай описание шоу. Два танка становится и все. Если способность поразит менее 10 противников, Гру немедленно начнет применение адского удара. Вот, значит, надо ставить 10 противников, правильно? А, 10 миликов. Тогда он не начнет применение, правильно? Блядь. Ну вот, интересно, 10 правильно. Миликов. По идее, этот дамаг делится равномерно, по идее, типа. Да, 300 тысяч физурона делится равномерно. 300 тысяч, хорошо. 300 тысяч... Ну смотри, мы просто... Смотрите, эти стаки увеличиваются еще, не забывайте. Сколько у нас миликов? У нас раз, два, три, четыре. Четыре миликов. Пять. Хрипаты... сейчас я посчитаю. Так, донт, раз, чики, чика, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. 7 человек, еще 3 человека. Оптикс, допустим, в танке ему прикрывает ладошки. Ок, Оптикс, идешь туда под босса, будешь девятым. Так, кто у нас еще там может? Так, я ловлю ладошки. Стоматолог тоже пусть ладошки ловит, не отвлекается. Давай, наверное, еще пусть будет. Да, хилы тоже, еда и флешинг тоже под босса туда тусуйтесь. Под удар ошеломляющий. Сейчас потестим туда. Давайте что на пол. Так, подожди, я все в ДД тогда спекуюсь. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так и тоже будет. Да, сапроты пьем. Обязательно. Все сапроты пьем. Все готовы? Давайте подобьем пол. Так, все запомнили, кто под ебало лезет? Так, два хила получается. Два танка, это 4 человека, 7 иллюзона. Вместе с флешкой, с оптиксом. Поехали. Так, стоматолог, кроешь жопу, я пока печеньку. Потом я так между крестом и жопой потусуюсь. Смотри внимательно. Геру дали фул ДПС. Подъебало, стали. Бах. Бэс. 10 стаков сразу. Ну, видите, ошеломляющего нету уже. Но урон нанесен. А сейчас следующий скипаем удар пока. Мильки, выйдите под жопу, станьте пока все. Два танка только стоят сейчас. Я вам... Шуэ.
14 стаков, сейчас должна печка заработать. Печка заработала там, нет? Нет, не заработала. Прожмите станки, дон, дай, дай ШВ. Ладошки прикрываем. А, блять, я не ту ложку закрыл. Красавцы сзади. Печка заработала, блядь. Чё, мне надо это самое. Если человек стрич, сразу 10 стаков кидается. Надо сделать перед печкой, наверное. Они потом скидываются, нормально. Это можно вытащить хотя бы. Да, вот нету стаков нихуя. Да, стаки скидываются. Короче, если 10 человек стоит, мы аутаем 50% урона на босса, но временных. Они потом скинутся. Если 10 человек не стоит, тогда мы аутаем 10% первомоментного урона на босса. То есть, подожди, а тот, который стакается, тот, вот который, вот, на адское пламя, который пламя, допустим, 10 человек бегут, они становятся перед ебалом, стаки эти скидываются, да, которые у нас стакал? Эти скидываются, да, эти печки скидываются. Эти, которые увеличивают физический урон, да, они скидываются от печки. Ну, от печки, печку не трогайте, мне именно, который адское пламя увеличивает. Нет, который от огня бафает, его ничем не скинуть. То есть она будет стакаться бесконечно, да? Угу. Вот он, пламенный гнев, он бесконечно стакается. В какой-то момент он будет нас просто убивать. Да, пламенный гнев стакается. Кто плюнул, блядь? Да, блин. Ой. Умрите за воротами там. Это все убейте. Пламенный гнев. Пламенный гнев стакается бесконечно. И он нас убьет. Он стакается, если вокруг босса подкаст не подойдет 10 человек. Ну, это понятно. Если ошеломляющий удар подошел 10 человек, он получит 5-10 стаков вот этой штуки. Это плюс 50% наносимого физического урона. Но эти стаки вкидываются печкой. Угу. Сколько ударов можете прожить? Ну, допустим, если 2 раза по 10 человек кинется. Я думаю, 3 точно. Ну, давай тогда пытаюсь туда посмотреть. Потому что первый там, типа, вообще не продамажил. ДЦшка там щитом все скушает. А, ну и его урон был снижен. Он теперь базово 200 тысяч наносит, которые равномерно распределяются. А, вот так вот. Значит, короче, это самое. Так, кто у нас, получается, под ебалом стоит? Донт, репаты. Пробуем под все стаки подходить. Я на четвертом отдам Т4. Угу. Потом, если что, я на пятом дам, если там не скинется стаки. Ну, там должны уже пойти скинуться. Да? Короче, смотрите, в лицо лезет у нас Донт, 2 хила хулипала, хрипаты тоже 4. Получается, 2 кота. Это уже на сколько? 6. А, Рокси 7, Дэдбич 8, Шова 9. Давай в Адифюре ты 10 будешь, чтобы танки не отвлекались, не это самое, чтобы ладошки прикрывали. Все. Тогда, когда будет каст, жмешь мишку, любого кожу. Ой-ой-ой, джерса можете поставить? А он стоит. Да, он стоит слева. Учините себя, ребята. Я что-то музыку вырубил? Не ожидал, что уже сломано все. Блять, я включаю. А, че на пол? Дай Донт метку на себя. Я посудил. Так, значит, Опсикс опять же на сторону квадратика, я печенька и самотолок слева. Слева тоже кастеры помогаете заливать. Так, нет еды, дедбич, какого-то хера, блядь. Поставьте рыбку еще раз. Есть рыба, кушайте. Стоит сзади. А, все, вижу. Тоже не поел сам. Все, в принципе, несложно сейчас. Убьем его. Потестили, посмотрели. Механику поменяли, конечно, его немножко извижу. Есть подозрение, что он снижен урон от магии. От магии огня у него. Можно? Тут, кстати, слушай, так если это самое, если мы будем пламенем это самое. Ладно, сейчас посмотрим. Пока сопрот оставляется. Все, поехали. Только 2 секунды, скажите. Так, добавим пол. 5, 4, 3. 2 секунды. 1. Поехали. Все, стакаемся сразу, герой, давайте.
Все, 10 человек названы, забегают в лицо, когда кастуют эту самую фигню эту. Кстати, я ладошки смотрю, они пореже начали, да, дамажить? То есть увеличили... Под лицо стали удар. Бах. 200 так, как не забежал. Я не успел сгрузить. Ладошки прикрою, я центрально прикрою сам. Так, это самое. ЧП подними флешинга. Хули, Рокс Райдер бесполезный, блядь. Не успел, нихуя. Нас так. Не заходят люди. И пизди, блядь. Пристака уже. Так, ребята, заходим, блядь, сейчас я подлечу. Прикройте мою зону кто-нибудь. Все, блядь, пиздец. Ай, короче, просто пусть изначально стоят перед лицом и все. Не надо никаких перебежек. Падайте. Зашли вроде. Зашли, потому что у нас еще флеш упал, блядь, ну. Флеш тоже там стоит, блядь. Я зашел. Донт упал. Все, падайте. Просто смотрите, что было, он, короче, нас, ну, откинул этим кастом. И сразу же начал кастовать второй, и ему убило, мы даже отбежать не успели. Да ну, потому что недостаточно людей было перед лицом. Потому что ты не забежал, вот и все, блядь. 10 стаков было, один человек туда не стал. В лицо. А тут парихаст есть? Не. В этом гир-контенте его нема. Можно сделать по-другому, в черепе стоит Милики, рейд. Я его танчу спиной к ним. И стою там, где сейчас Милики, и просто поворачиваю его под каст. Угу, кстати, да. Как вариант. А вас откинет, кстати, вы придете в центр. Он откидывает. В любом случае откидывает. Ну, вас придет в центр, там, ну, может, лучше не надо. Подожди, а что, ну, откидывает же каст, и я поворачиваю его в череп лицом. Подожди, ты... Да встанем в лицо! Так в лицо, блядь, просто... Милики, там все для лицо. Там 4 урона будет бить, если активируется. Печка, по-моему, не дамажит вообще. Вот под лицом сразу, когда активируется босс, по 4к урона просто идет. Там что-то 5 секунд или 4. Посмотри, но я поставлю его сейчас. Отведу его сам спиной к печке встану. Поставлю его лицом в череп. Разверну его спиной к черепу, и милики-то встают в череп. А, ты хочешь его, короче, подкаст в череп повернуть, да? Да, да, я хочу его просто подкаст поворачивать в череп. Ну, можно, в принципе, сейчас посмотрим, если будет милики в урон получать. Вот, все, ладно, давай, скажи, на пол. Давай так и сделаем. Значит, 10 человек, которые названы, стоят в черепе. Блядь, а ладошки, кстати, будут ловить тогда помогать кастеры. Смотрите, там под великой зоной, чтобы вы тоже помогали, ну, ладошки ловить. Имейте в виду. Потому что все милики будут заняты. Никто ловить ладошки с миликов не будет. Милики будут сразу стоять с печенькой все. Значит, смотри, Дон, после третьего каста даешь свой маш-ШВ. А потом, если четвертый каст не успеваешь скинуть стаки, то... Это самое, я дам маш-ШВ. И по очереди будем давать что-то. Че на пол? Все, все готовы? По ДБМ полу. Череп, встаньте. Ставь, милики, череп, встаньте, кто дамажит будет череп. Две секунды. Одна. Поехали. Че, бонд, отзади её? Ага. Тут ура ещё отдалось. Намажьте, хильте и так далее. Гелу дай. Все, поворачивай. Поворачивай дом. Ну, начал зарядить. Надо слева от мини-зоны закрыть. Наверх есть. Бегу. Что
Сколько стаков у босса? 22. 22, но это нормально просто. Сейчас пока посмотрим, стопнем, что там, глянем, что будет. Ошеломляюще. Бах. Все, на следующем, если что, я машу выдам. Ты давал дон вот, сейчас, сейф? Вот, сейчас скинутся стаки, сейчас скинутся. Бля, слева, помогите кто-нибудь. Пизда, нахуй, две штуки, блядь. Падайте, короче, все норм, тогда... Вот видишь, после третьего удара идет печка и скидываются стаки. Нормально, все, на каждые три удара печка. Все, тогда будем. На третий удар после Т4 даем. Хрипа, ты смотри за адро, мы сейчас лирики в лицо били. Прием, либо бей ты со мной. Там по-любому в бок они бьют, а парирование все равно ловит, мне кажется. Ты слышишь? Так можно хрипатого в этого спикнуть. В ДД нахуй в танке нужен. Там машевы, там, то есть у нас, у меня 2 минуты КД у меня большой вышки, даже, ну, минута 75. Ну, нам нужно каждый... 75, ну, ну, короче, это самое, вы поняли. А пока с ней минута 75, а? Каждые 3 стака нам нужно отдавать что-то. То есть, типа, на третий класс, на всякий случай. А чем он бьет, кстати? Ну-ка посмотрим. Если он бьет физикой, то можно давать мастеров давать. Ошеломляющий удар — это физика. Адский — это огонь. Тут только одна стихия и физика. Ну все, значит, можно это самое. Мастеров давать под протоауру. Даже массакра есть. Ну, у нас еще 2 массакры есть, кстати, уползи. Ну, кстати, танк начинает больно прошивать после третьего этого, поэтому его надо хилить. Ну, не давай, короче, это самое. Давай, хрипаты, пока не спекайся. Пока в танке всякие пожарные. Мало ли там дом тут идет. Так, Дрищ, давай подадай СС по хрипатам, а Гудлик по донту. Так, если опять же будут две руки, двое ладошек с правой стороны, я озвучу, сразу реагируйте очень быстро. Я тоже, бля, поздно увидел, что две штуки было. Все, давай, сорчи на пол. Давайте еще раз назовите 10 человек, которые стоят под лицом, потому что стаки ловятся по 11, по 14 штук. Я назвал Донт, Хрипаты, 2 кота, это Чипе и Чики, Шова, это у нас 5, 2 Холи Паладзина, это 7, Дед Бич, Рокси, 3 вара. Дед Бич и Рокси, нет, 2 вара, Дед Бич, Рокси и Войд. Все. Ну да. Покушайте рыбу. Кушайте. Так, все поели. Ты тоже. Да, сейчас поедем. Элер готов? Ты сам не поел рыбу. У меня же тикает уже, я же поел все. Все, Элер готов. Хрипата, ты поел? Да уже поздно, он уже на той стороне, блядь. Блядь, похуй. Я ем, я ем, я ем. Ешь? Там дом поставил лично. 7 секунд, давайте сейчас. Уже пулил. 2 секунды. 1. Геру. Все, топим по боссу. Удар. Поворачивай. Так, дом ты первый даешь, массив? Да. Ладошки смотрим. Прикрываем. Ну. Кастеры, стойте там с... А, ты смотрел слева, да? Все, вижу. У меня не успел добежать до ромбика. Так, давайте так. Хрипаты танчат у нас, если что. Хрипаты вахите там. Нет. Так что он лячий удар отдал. Угу. Даже 104 не сильно пробьет, мне кажется. Ладошки двое сзади, смотри, оптикс. Зорки не надо. А, ты ж уже ты сбросился. За ним, я не один стак повесился. Хрипатый с капли по 30 стаков уже. Сейчас посмотрим без донта. Сейчас донт. Просто сейчас посмотрим. Шумляющий. Вот он сейчас ладошки бьет. Я так не
Я ближний закрыл. Закрыть это под мини-зоны кто-нибудь. Все закрыто, все три сзади. Все нормально. А, за, все, вижу. Шумляющий удар. А что он насакивает танков? Ничего там, никакого удара нету. Не-не-не. Так, следующий хрипат ты даешь подкаст, если что. Если там печка сейчас не активировалась. Все, печка давай. Активировалась. Ага. Ну да, похил. Сука. Меликами сейчас сложно закрыть. Адский удар, кстати, убил вас. Да. Ну, кого-то не хватило. Можно? Как так? Адский. Адский? А не рука? Да. Ну, не хватило. Кто-то убежал, видимо. Блять. РДД, рассоситесь вокруг босса так, чтобы вы могли, блин, мобильно так закрывать ладошки. Дайте массе. Кто убежал? Да Гудлик там, сука, не должен был стоять. Его там и не было. Чё вы на Гудлика пишете? А кто убежал? Как так? То один лишний, то, блядь, один выбежал. Так, а если оно на всех делится, почему туда 5 РДДшников ещё не поставишь, чтобы на всех делилось? Потому что босса стаки накапливаются. Чем больше стаков, тем больше прилетает. Именно конкретно 10 человек ставится туда. Чем больше стаков, тем более будет прилетать. То есть за 2 стака, вот смотрите, вот он ударит раз, давай 200 лет. 25 стаков будет. Не меньше, раньше стояло там 9. 25 людей. Стаков, то есть это у босса сразу 150%. Именно. Это, а бля, так? Сразу ёбнет вас всех нахуй. Просто. Сейчас 44 стака выжили, ничего. Ну тут пожалуй. Мне кажется, кто-то выбежал, блядь. Да, кто-то выбежал, потому что повесился пламя. Не должно. Может 10 человек в первую-вторую пати раскинуть, чтобы точно никто не затупил. Чтобы было видно, кто там, блядь, получил дома, кто нет. Ну, поперекидываем. Блядь, ну смысл? Ну, ТП теряется тоже. Поставили жалюзи уже. Ну. Чем, блядь, ну... Ну, а как значит, кто не... Ну, стоматолога можно поменять. Нет, стоматолог, лови ладошки. Не, я имею в виду поменять эту спать место. Там бой такой закинул. Ой, я сюда закину шел туда. Пусть будет. Давайте еще раз зачем напу. Деда просит флеши не трогать. Еду. Все, забегайте сразу туда, миленький хром стоит. Заранее. Блять, интересная механика. Я с тобой такое убиваю, на X2 такого не было. Что-то новенькое. Ну. Я сок пью. Сейчас, момент. Че напомню? Да-да, вино пакетированное хлещет. Душа монарха. Донгу, крымский погребок. Кровь дракона. Реально FK-босс. Типа, закрывать эти. Уже поняли, как... Веселые почастушки, блядь. Дон, ты готов или нет? Еще одного не хватает сейчас. Сейчас два ферала сюда встанут. Я третий. Шова, Рокси, Дэдпич, это 6. Хрипат и Войд, Флэш, это 9. Ну, а сейчас фералы, притом не тут у нас стоят, они прибегут. Стоп, так, нет, это с учетом фералов. Ну смотри, смотри, еще... Может быть кого-то из РДДшников... Три друида, подожди, финалы? Три друида у нас. Два хэпала, тоже 5 человек. Хрипаты, донт. Вас 7. Фералы бить должны в спину. Вам это как-то ни о чем не напоминает? Ну, блядь, босс поворачивается, только подкаст. Вообще тупишь. А, ну... Так. Так мы тоже спину должны бить. Шова стоит там-то... Ну, здесь еще должно быть. Там 8 и 2 ферала. А тут берса есть? Нету. А тогда, ну и ладно, типа, потеряли чуть-чуть ДПС просто и все. Че на пол? Здесь один хапал. Где еда? Еда, ты там слышишь под лицом, да? Нет, она тут стоит. Тут бежит. Ну подбежит она потом. Еда, ты понял, где стоит, да? Ты стояла там? Не, ребята, это фикса, и ДДшники бегают сами и ловят вот это шламляющее, если им вот не нравится, чтобы в парирование ловить. Пускай вот слева сбоку стоят вот и бьют, просто подбежали и поймали.
Дальмер готов? Че на полу? Все, блядь. Пять, четыре, три, две секунды. Два, один. Пол. Насакаю его морского сейчас. Блядь, потом. Удар. Один стак. Кто там лишний, блядь, тусуется? Ладошки закрыть. Блять, возможно, не успею добежать. Да, у машина, если что. Ой, ты ближний, я дальний. Да куда лишний свет? Это на питомца тоже раскидывается, что ли? Ну, питомца херачит. Там, там вроде идеальный стоит. А зачем там стоит? Понравилось. Мы заколебались на них. Ладошки закроем. Все, вся механика, ребята. Готовимся, ладошки скоро будет. Ладошки закрываем. Эстеры, помогайте. Тема пиздата играет. Удар. Бах. Почему 32? Тихо. Дон, дашь следующий удар под МШВ. Не, когда еще. Давай МШВ. Сейчас кинется. Подмени зоной там аккуратно. Я сейчас успею. Не успел, я жест. Кастеры, вы, блядь, слепые или что нахуй, а? Вы чё, блядь, стоите? Это ладошки взорвались. Это ладошки взорвались. Вы чё нахуй стоите? Вы смотрите, блядь, на босса нахуй. Подмени зона нету никого, никто вас не перекроет там. Какого хуя, блядь, вы стоите, смотрите, блядь. Ебаный в рот. Ну просто там появилась ладошка, и одновременно с этим идет ошеломляющий удар. Ну, так типа. И чё? Все... Ладошки, это ладошки, умерли люди, блядь. Ну типа выбор, либо мы закрываем ладошку, да и получается лутаем углы. Я, блядь, кастер, я кастеров разъебаю, не вас, блядь, вы стоите. Никто ничего не говорит тебе, Шор, ты стоишь на месте. Всех, кого назначили, стоят, а другие, кто сзади, дамажит, что сложно просто ладошку. Ладно, не важно. Бля, дайте, да реально, кастеры, ну рассоситесь немножко. Зачем вы в одном контексте? Я закрываю. Тихо, идеально, ты хилишь, что там делаешь вообще? Лицом стоишь? Не-не-не, он на центре стоял. Все, давай идеально тоже будешь помогать, если что, подмили, ну, если подмили зоны будет, то уже подойди ты закрой, если что. Возможно, я тоже помогаю закрывать. Я смотрю, блядь, с мили зоны вроде бы появилось. Я чаржнулся, но не успел добежать до точки. Ну это весь босс, ладошки закрыть. Да, все, это все, весь босс, блядь. А тут 5 голов-то вообще надо, нет? Да, надо. С такой тактикой, я думаю, не надо, нахуй. Просто закрывайте ладошки, да и все. Там еще дебаф, по-моему, после ладошки вешается какой-то, да, на минуту? Нет, вообще да, ну это... Танков он не шотает, а кастеров, миликов он шотает. Все. Давайте, что на пол. А ладошки как часто появляются? Раз в 39 секунд. Хрипаты. Да-да, как с танцами Мороуз, блядь. Он бьет 25 тысяч. Хрипата тут? Поживет. Нет, любой не поживет. Ну, Невер живет. Закрывает нормально. Рокси. Я только один раз. Он бьет только один раз, а второй раз он увеличивает урон на 300%. Вот умножь на 300%. Невер, все пиздец, блядь. Я Невер, блайн. Че на пол? Хрипат, ты готов? Эллер, чем не хватается? Все готовы, по ДБ на полу. Стес, блядь. Маленько убили.
Не знаю, ты лагаешь. Неверо. Да он еще первую фразу заканчивал. Да. Ну, ладно. Стакали там бросков. Стакали уже. Ну, что это такое, блядь, за 4 стака? Поднять Невера быстро. Так, агро сорвали, что ли? Агро, сопли агро пока. Агро просто. Помогите с правой стороны забрить, блядь. Ой, ладно, ладно, стоп, реступ, дамэдж. Не рвите, пожалуйста, товарищи. Падайте. Дайте кто-нибудь посмотреть потом по-братски. Я дам. Давайте убьем его, спать пойдем уже. Лежите все сейчас по Москве, я думаю. У кого нету КД, можете сказать. Ой, лежать, то есть. А что ты бегаешь от него дом? С чем? Умри. Все, даю масрез. Эту способность. Блин, Неверлайн умер, блин. Смотлок, ты пришел, Рез? Нет. Блять. Где вы лежите? А, вообще, а что это в кишку пошли, блин? Резните идеального, пожалуйста. И Мэри Джейн. Салю рыбу. Это слышишь, стоматолог, перекинь бзилку на кого-нибудь другого. Чего? Я на Сузу дам. Слышишь? Сузу, ладно, я на Гудлика тогда кинь. Да, на кого-нибудь локо перекинь, я сброшу еще. А, Гопери, ты знаешь, как что ты паришься. А когда у него, то получается, когда ошеломляющий удар, то есть, как это называется, ну, баф вешается, что скидывает стаки, в этот момент у него увеличен урон, да? Ну, входящий урон увеличен. Вот, обжигающая плоть, ваша плоть, все, ваша плоть. Получаем урон, так, это когда времени поток пламени, да, получается, когда висит дотка этого? Дайте, пожалуйста, пристабаф. Да, когда вот это, когда он еще стаки скидывает, она ему еще урон входящий увеличивает. Спасибо. Короче, смотрите, Геру давать снять, когда там дом появляется печка? После третьего каста, да? Ну да. Ну, как-то с полу появляется уже первая печка, прям с пола. А, с пола, с первой, да? А, ну что туда. Да. Все, давай, серчи на пол. В принципе, надо будет, можно на СПДП выпивать. Все, добавим пол. Все, ребят, не тупим. 3, 2, 1. Поехали. О, Гера. Он сразу тоже ЛП-шечки накидывает, там как раз подос пойду. Оп. Не, все-таки Геру порфитнее после третьего. Видите, еще пол рейда бежит, ослабляющий удар. Пол рейда бежит, а уже он печка заканчивается его. Поэтому после второго удара Геру можно давать. Прошу. Мили, закройте кто-нибудь из кастера. Блять, я закрою сейчас, подойду. Закрыл. Да, я закрыл. Иди. Смотрите сами. Тут все, что надо, просто закрыть ладошки. Босс убивается. Чего вы ждете? За этим ДПС не надо гнаться. Бесы нету, если что, босс. Смотрим, катаемся, ладошки скоро будут. Ладошки под мелизоной. Закрою я. Я закрою. Ну, ты там особо ладошки тоже не закрывай. Две карты стан поймаешь. Закрываю. Стараюсь. Ну, потому что стан поймаешь и жопа будет у тебя. Это ведь босс.
просто все РДДшники внимательно смотрите, если кто-то... Чё, я своё место освободил, сейчас у меня будет огонь. Ладошки по левой стороне дальнюю закрою. Войд, подними. Войд, подними стоматолога. Не, сотни. Идеально подними веща. Дон дыма. Опа. А это что было? Я просто убил. Наверное, 10 человек не было. Угу. Не. Его убило автоатакой, просто пробило. Да. Да и автоатака у него под 30 стаков, у него 40 тысяч где-то. То есть это на Донта хилить его. Да, ну, да, да. Да, мне сейчас 30. Так, давай тогда я буду ретаунтить. 56. Он не таунтится. Он не таунтится. Там либо пружинка, да, либо в оверхе. Не знаю, даже он не таунтится, блядь, так. Это я прижался. 20% отдал. Есть что ключи, Донт. У меня же есть тоже прожимка, я сожму и все. Ты с меня не станешь его. Так, смотрим. Я сейчас не прижимался, чтобы таунтить его. Тебе влетело, получается. Блять, а что за вспышка света, я не понимаю, блядь, и да. Выхопало, блядь. Какие нахуй вспышки света, блядь? Ну смотрите, точнее вайпа. Влетело Донту 40 тысяч, да? Тычка. Это за 1,7 секунд. В него влетела одна вспышка света на... А, не, вижу, там мне влетело 16к этот света небес. Но это вспышка мало. Света. Да. А, это вспышка света от тика дотки. Им надо хилить по 30 стаков, просто оверхил жать. Да, его. Просто оверхил, это получается после третьего. Да. Потом АФК, считай, стоять, там 2 отхиливают. В принципе, я могу вкачать через бдительность, но это будет хуёво, потому что это будет огрозки быть. Ну, типа, на охрану. У тебя будет дебаф, там 30% меньше урона получать будешь. Ну, ты что, ты будешь, блядь, ты будешь, да, будешь бегать, да, бегать туда, давать охрану и назад? У меня есть этот билд, я могу, в принципе, побегать, попрыгать в него. Это херня это. Ну, вопрос в том, зачем это надо? Вся арена открыта. Чё ты вздыхаешь? Заебался? Заебся? Да ну нахуй, я убьём его, мне поезд нужен. Пуха нужна, блядь. Ну, сейчас убьём. Ну, тут всем что-то надо. Да мне пухую, я хочу убить его. Да, это чё, я понял. Все, Геру даем уже не с пулу, а после второго откидывания сразу даем Геру. И когда появится дебаф, сразу прожимки давайте. Уж так сделаем. Все, давайте. На место. Увижу, что все станут. Так, по ДБМ пулу. 4, 3, мой круг это когда это самое, 1. Там лужи нету. Лужа там появилась, там не будет уже кидаться в ладошки. Вот, так для информации. Так, идеально, перекрывай, пожалуйста, под боссом, если будут ладошки. Удар. Бах. Один стак. Это лишний там стоит, наверное. Ладошки. Перекрываем. Зорки, уходи, я закрою. Теперь Геру можно дать. А я заморожен. О, блядь. Сейчас разморозится. Удар, переворачивай. Нормально. Сейчас печка будет. Ладошки. Я перекрою это. Донт, перекроешь опять ладошку. И, блядь, что за хуйня? Войд, блядь, не войд, кто-то. Диан, лезь, Барри, у тебя. ЧП, выйди пока по-быстрому, Берни, стоматолога. С плитом, быстрее. Он лежит там, ладошки у меня там. А я пока поменяю тебя, если что. Ладошки меня подмените, если что. Я норм. Дайте ребаф минимальный. Все, я стану здесь. Уходите. Да у меня опять ладошка в нерезоне. Ну типа ты их закрывать не должен. Уйди, да. Ну ты не забегай. Я заморожен. Оптик, дай касочку стоматологу купить.
Ничего страшного, один стак поймали. Да, ну что, так, Чики, Бэр по Исполину. Дом поворачивай. Ну, похитите, пожалуйста. Это мили зоны там, закройся. Вот каждый так как слуза делайте просто. Блядь, я так еще в лес повернулся. Что-то мне не нравится, у меня там три раза в прошлом трае тоже спавнились. Потому что ты становишься в них. Если нету игроков, то... Они в меня появляются просто. Ну, встань чуть левее тогда. Не стой в кружке самого. А в черепке они появляются? А вон я вижу. Они везде появляются, по всей комнате. Там, где только лужи. Весь кружок этот, вот арена эта. Да. Дон, ты можешь встать, ну, не в черепе, а с другой стороны печки? Там вроде нет, да. Не появляются. Ну, там лужи будут. Лужи шортают. Я две ладошки закрыл. А ты его для чего отворачиваешь от нас? Чтобы могли коты... Чтобы вспомнить. Его лицо не били. Mm-hmm. Так, значит... И ты когда отворачиваешь... Так, сам плохо, тебе как сложило? Сколько у тебя хп было? 36к. Мало, в общем. Девайте больше хп. А зафиралы вообще дамажить не будет, если я не буду поворачивать. Не так не дамажит, зачем поворачивать? Короче, ты когда отворачиваешь... РДДшник не бьет. Ты когда отворачиваешь, попадаешь... А что не видно? Попадаешь в руки, да? Что вы там бьете? Это же ДПС не вижу. Если мы поменяем, допустим, миликов с кастером, то есть кастер станет подъебало, а милики будут жопу бить, к примеру, ну ДПС не потеряется. Ну, блядь, ребят, все равно... Причина вайпа не за ДПСом, а из-за неисполнения механики. Да. То есть мы... Да. Вот Дон сейчас тут поймал двое ладошек. Он не успел повернуть босса вовремя. Соответственно, удар полетел в рейд. Вот. И пламя ебануло нас потом. Убило. Да, важно. Не, ну персы нету, зачем поворачивать тогда? Если персы нету. Да, давай гони крутить. Ну, убьем на 5 минут позже. Ну, ничего страшного. Зато убьем. Коты могут дамажить жопу коты. Ну, при косте сразу забегается. Да мы можем забегать. Ну ты все, да, забегается. Ну, хил там, ну, стопом хил стоят, он никуда не бегает. Милики тоже может. Если, блядь, своего каста, если проебетесь, то вам пизда. Все, давайте, с этого трая начинаем уже ГП давать за слаки. Все, все готовы, ДБМ пул. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Я бы туда бы все хилов бы, наверное, поставил. Не лучше идея. Ладно, побегают хилы. Попрыгают на лицо, ничего страшного. Не, им же надо вставать после ладоши. Ну, тут трех хилов запихать можно. ДСшку, допустим, какую-нибудь. Ладошки прикрываем. Ну там сейчас 12 человек, короче, у кого-то хера стоит. 12 стаков, но больше. Ба, 24. Так, Дон, прожмешь. Больше 10, ребят, там не должно стоять. Жал. Ладошки. Под боссом кто-нибудь закройте там с правой стороны. Все, сразу уходи туда. Угу. Что такое? Почему сейчас 9 человек было? Спасибо, Чика, что стоял у нас за спиной во время удара. Блять, слышишь, нет шова, блять. Когда я бегал, сука, по 12 стаков нахуячилось. Я перестал бегать, стало по 11 нахуячилось. Значит, два человека проебались еще. Следи за собой, нахуй. Че, блядь? Я стоял... Бьорн, Бьорн, это, подожди. Ты же нихуя не видел, блять, и что ты пиздишь, блять? Бьорн, вот смотри, я тебе предложил один раз. Поставь первую, вторую пати 10 человек, которые точно там стоят. Чтобы можно было их отслеживать. А ты сейчас не найдешь, кто виноват, блядь. Вот, блядь, ну... Сейчас я посмотрю по ДТС, по нанесенному полученному урону, блядь.
Я говорю, ну это тебе сложнее будет искать, если ты поставь их первый, второй. Может, кстати, за петы могут они стаки от петов? Возможно, петы может там стакаться. Не должно. Просто кто-то ебланит, блядь, какой-то лишний забегает, нахуй, кого не называли, потом кто-то выбегает. А как он бьет? Ну, как он вообще стаки навешает? Смотри, по окружности, сколько... может... Нет, не по окружности. Сколько перед лицом стоит, сколько и стаков получается. Ну, так может, перед лицом, так может там невер считает с пяти кошек, они стоят почти возле босса. Там конус перед ним идет. Пишу, ну, в описании. Ну вот как раз они там стоят, ты боком повернул, и как раз они в том месте стоят. Может, задевает их. Так, смотрим, полученный урон. А, ты полученный лечение. Сейчас получение, полученное. Сейчас глянем на хантах. Нету до них. Если я бегал, блядь, 12 стаков находишься, я перестал бегать, стало 11, блядь. Потом уже кто-то проебался, 2 человека. Логично же, что это, блядь, не ЧП проебался. Может, стаки не ругайтесь, не ругайтесь. Просто, блядь... В смысле, нахуй он ебало открывает свое, нахуй? Его спросил кто-то? Нет, блядь, он нихуя не видит, блядь, сука, чучело, блядь. Все, успокойся. Все, успокойся. Так, успокойся. Полученный урон, смотрим, допустим. Неверлайн, грудь, так, хватка с земли. Это не схватка с земли, нет? Бьет? Нет, хватка, это вроде рука. Надо ослабляющий найти. Я сейчас думаю питомцы, потому что хватка земли исполин. А, это тоже то самое. Так, что тут еще тут есть интересного? Вот, видите? Так. Адский удар называется или ошеломляющий удар? Ошеломляющий. Да вроде нет ни на ком, блядь, лишнего. Возможно, питомцы, да, скорее всего. Ну, других нету. Так, ребят, сути, короче, назначен 10 человек. Еще раз назначаю. Крипа Тедонт, Чики ЧП, Оптикс, ой, не Оптикс, Шова, Рокси Дед Бич, Вэдди и 2 Хулипала. Все. И че на пол? Конечно, можно готовку вместе выйдет. Масло.